YouTube настоятельно рекомендует сделать обзорное видео по новой функции. Функция называется «Спонсировать». Ну, то есть каждый пользователь, каждый слушатель, каждый мой подписчик теперь может официально проспонсировать мой канал. Вы увидите под моими видео вот такую вот кнопочку красивую «Спонсировать». Да? Рекомендации YouTube лучше выполнять, что я и делаю. Первое, что хотелось бы сразу подчеркнуть, это то, что те, кто не захочет спонсировать мой канал, или те, кто не может спонсировать мой канал, разные причины, не будем тут заострять свое внимание, сразу хочу вас успокоить, никаких ограничений, никакой дискриминации по отношению к вам, конечно же, ни со стороны YouTube, ни с моей стороны не будет. Все будет по-старому, да, вы будете видеть мои видео, вы будете комментировать мои видео, вы будете видеть мои сообщения в сообществе и так далее и тому подобное. Все будет совершенно как было. То есть бояться вам нечего. А тем, кто решит стать моим спонсором, ну, самое главное, конечно же, спасибо с моей стороны. Спонсируете вы только для того, чтобы я мог больше уделять времени моему каналу. Если вам нравится действительно мой канал, это самая главная функция спонсирования, я считаю. Какие там плюшки предоставляются, сейчас попробую быстро перечислить, чтобы не отнимать много времени. К вашему никнейму прибавится специальный значок спонсора, я выбрал стандартный пока, буковка S такая красивая, стилизованная под логотип YouTube. Набор эмодзи каких-то там картинок красивых, пока я их не набрал, ну пару штук закинул. Если со спонсорством у нас все наладится, то я думаю, что я попрошу помощи в сообществе, какие-нибудь дизайнеры, я надеюсь, мне помогут, нарисуют нам красивые, удобные какие-нибудь иконки, которые будут выражать наши чувства или маскировать какие-то запрещенные слова в YouTube, например, ватник или путиноид и так далее и тому подобное. В общем, сможем заменить запрещенные слова картинками эмодзи, которые будут доступны только спонсорам. И третье, самое главное, наверное, это то, что спонсоры смогут увидеть мои видеоролики чуть пораньше. Например, часов на 6 пораньше. Утром буду выкладывать видео для спонсоров, а вечером уже будут смотреть все. В общем, вот такие вот дела. Становитесь спонсором. Уровень спонсирования пока один, потому что спонсорством я пока не планирую торговать. Хотите спонсировать? Спонсируйте. Подписывайтесь на первый уровень спонсорства. Не хотите, не спонсируйте, ничего в этом страшного нет. Никто вас за это не осудит. Если со спонсорством будет все хорошо, если спонсоров будет много и желающих спонсировать мой канал действительно вдруг наберется, тогда подумаем насчет платных функций. Ну, что-то вроде заказать какой-нибудь видеоролик на заданную тему. Я сделаю второй уровень спонсорства тогда. Ну, там будут, конечно же, другие суммы тогда. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь в курсе событий. Обязательно подписывайтесь на Facebook, Instagram аккаунт. И ссылки смотрите в описании к видео. И до новых скорых встреч.